Силовики отрепетировали чрезвычайную ситуацию. В регионе завершились тактика специального учения «Арсенал-2019». Свои навыки и умения тренировали специалисты ФСБ, ФСО, МВД, МЧС и Росгвардии. Стояла задача научиться работать слаженно, быстро, эффективно и без последствий. По легенде, отрабатывали террористическую угрозу. Вооруженные до зубов неизвестные проникли на территорию воинской части и захватили заложников. Преступники выдвинули требования политического характера. Учения проходили на базе войсковой части из состава 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Минобороны. Силовики прибыли на место ЧП, оцепили и блокировали места преступления, эвакуировали население и личный состав воинской части. Террористы от переговоров отказались и, по легенде, угрожали заложников убить. Для решения боевых задач привлекли авиацию ФСБ. Террористов нейтрализовали и заложников освободили, попутно потушив склады воинской части, пострадавшей от боевого столкновения. Руководитель оперативного штаба поставил учениям хорошую оценку и отметил, что со всеми задачами участники справились.